Не просто букет, а работа мастера, где каждая деталь – произведение искусства. В руках Арайка Галстяна цветы превращаются в затейливые фигуры и композиции. Профессионал международного уровня провел в Рязани эксклюзивный мастер-класс. Он не только основатель цветочного дизайнерского дома, но и школы, филиалы которой находятся в 13 странах мира. И даже журнала о новейших тенденциях. Тяжело было его сюда пригласить, потому что он все эти действия делает в Японии, в Китае, в Барселоне, в Милане. То есть он работает со многими известными домами одежды и представляет их одежду, свадебные и не только. Вот, ну, как бы мы его уговорили, он приехал, и попробуем общими усилиями как-то внести красоту в наш город. Мастер такого уровня делится с рязанцами опытом впервые. Встречу организовала цветочно-оптовая компания «Крокус». В зале ведущие флористы региона. На сцене цветы, у которых пока даже нет названия. Ведь в своих композициях Арайк использует редкие, новейшие сорта и необычные сочетания. Когда я узнала, что приезжает Арайк, я, конечно, была в восторге от того, что для нашего города будет организован такой масштабный показ, потому что я уже была в Москве на показе Арайка и знаю какие-то масштабные действительно события. Лично мастер-класс посетил Энри Дентол, голландец и основатель цветочной компании Дентол. Это крупный мировой бренд, и в России он сотрудничает только с Крокусом. Я не мог пропустить такое мероприятие, не приехать сюда. Рязань – суперкрасивый город, он мне очень понравился, и я представляю, насколько красивым он будет летом. В зале я встречаю наших клиентов, и у каждого есть какой-то вопрос, просьба, заказ. Цветы из Голландии, Эквадора, Кении, Израиля, Коста-Рики, России и Армении в Рязань привезла компания Крокус. За 6 лет работы они оптимизировали логистику настолько, что значительно уменьшили итоговую стоимость цветка, а значит, открыли новые возможности для творчества и экспериментов. Например, самые ароматные розы мира приехали из Латинской Америки. Розы стоят очень долго, даже больше месяца, если вы правильно уходите, если вы правильно подрезаете, если вы удалите зеленые листья. Арайк поделился секретами мастерства и отметил, что флорист должен работать цветами, а не декором. Ведь главное – показать красоту растения, которое собрано в уникальный букет. Поэтому какой материал выбрать – фиолетовые розы или сухостой – зависит только от фантазии и мастерства флориста. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».